Здорово, геймеры! С вами Дестер, и сегодня мы поговорим об одном очень эффективном способе установки бомбы на Dust2. Видео не является полноценным гайдом, который охватывало бы обширную тематику, так что интро не будет. Погнали! Установка бомбы – самый обыденный игровой элемент, который многие недооценивают и зачастую ставят в одно и то же самое место. Особенно заметно это на паблике, когда новички попросту подражают друг другу или пьют пачку всегда в одно и то же самое место. На Dust 2 все не так печально, геймеры научились за 20 лет ставить ее под длину и под зигу, и даже под КТ респу. Но, к сожалению, чаще всего лепит ее куда попало. Лишь бы пропикало своим 35 секунд и лопнуло под конец с божьей помощью. А что если я вам скажу, что бомбу можно поставить так, что можно ее контролировать отовсюду? И дар с Б-плента. Да-да, вам не послышалось. Никакого мошенничества и немного логики. Мы встаем на бордюр над просветом и ставим бомбу. Когда прицел опущен вниз под 90 градусов, будет целиться именно в пол. Наша бомба падает и пикает на полу просвета. Ее можно контролировать со множества позиций. С зигзага, с КТ-респа, с центра, с длины. И главное, с Б-плента через двери. Правда, тут лучше иметь снайперскую винтовку, так как за 5 секунд, стреляя по ногам с автоматом, можно и не убить оппонента. На миксах я называю эту установку под Б. Пользуйтесь на здоровье. До встречи в новом гайде. А если вам нравятся такие секреты маленькие, пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я сделаю еще много гайдов, а их очень много. Покеда. We'll be right back.